Здравствуйте, друзья, и приветствую всех на канале Erzone Game. На днях открылся новый проект на базе игры GTA 5, который расположен на платформе Rage MP. Вот на него-то мы, наверное, сегодня и зайдем. И должен сказать, что данный обзор будет так называемым экспресс-обзором. Почему экспресс, поймете, наверное, по ходу этого ролика. Ну и не откладывая в долгий ящик, предлагаю зайти и уже посмотреть все своими глазами. Естественно, что начинается все с меню персонализации, которое, кстати говоря, выполнено очень неплохо. Но могу отметить, что достаточно мелкие надписи. И вот эта вот проблема с мелкими надписями, в общем-то, будет длиться на протяжении всего ролика. Ну а сама кастомизация, как вы видите, происходит достаточно приятно. И в такой вот приятной атмосферке. Ну и все, потихонечку заходим на проект. Точка появления у этого проекта достаточно нестандартная. Она расположена вот в этом месте, и это находится недалеко от ратуши или мэрии. А вот как раз в мэрию-то мы и направляемся. И можете заметить, что нас встречает первый баг на этом проекте. Ну, про баги нас сразу же предупреждают в самом начале огромной вот такой вот надписью, что проект находится на стадии бета-тестирования или что-то там такое. И, в общем-то, баги будут. И вот один из багов, то что мы хоть и выбрали себе одежду, но одежды нету. Она появится чуть позже. Далее очень прикольно сделано получение документации. Вот мы заходим в мэрию, получаем документы, нам предлагаются всевозможные анимации лица, там, то есть выбрать какую-то позу, и в этой позе лица, в общем-то, можно фотографироваться. Выбирайте абсолютно любую, там, ну, из предложенного, естественно. И вот так вот это выглядит. Следующее, что мне понравилось, есть подпись. То есть реальная рукописная подпись. Выбираем число даты его рождения и начинаем прописывать себе подпись, которая потом у вас появится в этих же документах. Она дублирует сразу же в правом нижнем углу этого маленькой вот этой маленькой карточки. То, что я пишу на экране, появляется сразу же у меня в документе. И это останется навсегда. В общем-то, как вы распишетесь, такая подпись, какую вы сделали, такая и будет. Ну, вот я так расписался, и эта подпись у меня появилась в документации. Так она и будет со мной теперь жить, эта подпись. Ну и все, переходим дальше. А следующее у нас трудоустройство. Вот к трудоустройству у меня есть претензии, о которых мы поговорим. Ну и, как я говорил, все очень и очень мелко. Вот я постараюсь увеличить, но не знаю, рассмотрите вы что-нибудь или нет. Ну, здесь есть следующая проблема. Есть уровни. Естественно, уровни зависят от того, сколько времени вы проведете на этом проекте. Так вот, изначальные работы существуют только для первого уровня. Следующие работы откроются только на третьем уровне. Ну и исходя вот из этого я и сделал экспресс-обзор, потому что качаться до третьего уровня, просто тупо стоять часами АФК, ждать, когда откроется следующий уровень и следующая работа, у меня не было ни времени, да и желания, честно говоря, не было. Ну а начальные работы на первом и втором уровне только две. Это маляр, который вы сейчас видите. Ну, и выполнена она вот таким вот образом. Кстати, когда начинается анимация вот этих вот рабочих действий, камера не шевелится. Я не могу крутить вправо-влево, пока не пройдет вот этот индикатор снизу, серенькая полоска. Тоже очень мелкая. Вообще все очень и очень мелко. Вот нам выскакивает заработная плата. Вот попробуйте увидеть, сколько же я заработал. Ну, и вот такие баги тоже очень часто встречаются. Но этот проект только открылся, и судя по тому, что есть предупреждение о том, что вы можете встретить всевозможные баги, мы их и встречаем. Ну, а что же касаемо рабочего занятия, то оно вот такое, какое вы видите. Единственное, что мне не нравится, что нельзя в этот момент крутить камеры. То есть я не могу посмотреть назад, вперед, ну или еще куда-нибудь. Вот как замерла камера, началась анимация, все, вы не пошевелите ни вправо, ни влево. И, конечно же, заработная плата. Это уже касаемо экономики. За каждую точку мы получаем 6 долларов. Ну, вот попробуйте рассмотреть, когда это выскакивает в правом нижнем углу голубая маленькая табличка. Там вот написано, сколько мы зарабатываем. Ну, что такое 6 долларов на этом проекте? А это ничего, я бы сказал так. Здесь есть питание и жажда, но индикаторов нету. Чтобы посмотреть, хотите вы есть или нет, надо залезть в меню, выбрать статистику, в статистике выбрать пункт голода и там уже посмотреть. Это очень долго, и меню само тоже очень-очень мелкое и неудобное. Почему не вывести индикатор на лицевую сторону экрана, я не знаю. Почему надо прятать его куда-то в статистику? Ну и ладно, что же значит тут 6 долларов за каждую точку? Вот один из примеров. Например, гамбургер, который вам надо, чтобы наесться, хотя бы 3 штуки съесть, он стоит 150 долларов. Кока-колу, которая утоляет жажду, стоит 120 долларов. И их тоже надо штуки 2-3. Ну вот и сами считайте, чтобы заработать 600 долларов, вам надо пробежать 100 точек. Пока вы бегаете эти 100 точек, вы уже накапливаете жажду и голод. То есть идет такая круговая порука. Вы работаете на жрачку, потому что 6 долларов это вообще ни о чем. Но есть еще рабочие занятия на этом проекте, которые вот дается вам на первом и втором уровне. Второй уровень и первый уровень это начальные здесь считаются, и вам придется очень долго времени продержаться на этом проекте, чтобы у вас открылся третий уровень.
Ну, естественно, что по ходу того, как вы будете здесь жить и существовать на этом проекте, в этом штате, вам надо будет периодически лазить вот сюда, вот в меню, и здесь смотреть, насколько же у вас понизился голод и жажда. Ну, и, в общем-то, вот таким вот образом здесь выглядит меню. Меню и инвентарь. В общем-то, здесь все выведено на одну кнопку. Выбираете инвентарь, и вот, пожалуйста. Как я и говорил, все очень и очень мелко. Ну, и продолжаем. Идем в следующее занятие, которое нам доступно. Вообще, есть два занятия. Маляр и уборщик. Уборщиком можно работать как в полицейском участке, так и в госпитале. Ну, разницы нету, в принципе, никакой. Работа уборщика мне не понравилась вот вообще. Во-первых, это взята анимация какого-то механика, да, и просто к нему прикручена швабра. Швабра там что-то шевелится, и опять нельзя крутить, пока идет эта анимация. Камера мертвая. Получает уборщик еще меньше. Ну, а сколько, вот смотрите сами. Выскакивают голубые таблички, вот сможете рассмотреть, так сможете. Скажу вам, что, ну, мельче табличек я не видел вообще нигде. И почему так мелко, не знаю я. Вот из чего исходили разработчики, делая вот такую вот мелочь. Ну и, в общем-то, вот таким вот образом вам придется здесь существовать. Ну, можно сказать, что три уровня. Первый, второй уровень начальный, и доступны только вот эти вот работы. Следующий откроется только на третьем уровне. То есть, ну вот, не знаю я, почему так решили разработчики, что вот мы сделаем два уровня практически, ну, чтобы люди стояли. И здесь действительно стоит, наверное, ну, 60% людей заходят и просто АФКшат. Чуть позже, может быть, я это покажу. АФКшников просто море. И можно их понять, потому что заниматься вот этой вот херней, ну, никому не интересно. Поэтому все просто стоят и ждут, когда откроется третий уровень. Ну, а на что же можно посмотреть на этом проекте? И лично я зашел посмотреть сюда, как же на базе GTA 5 будет выглядеть зомби-мод. И да-да, это проект, на котором стоит некий зомби-мод. Вот такая стена отгораживает нас от зоны отчуждения, где, в общем-то, расположены зомби. Эта часть, где я стою, это жилая, это Лос-Сандес, а вот за стеной находится зомби. Но эта же стена, несмотря на ее эпичность, и является пожирателем FPS, который на этом проекте оставляет желать лучшего. FPS будет где-то процентов на 40-45 меньше, чем на привычных вам проектах того же направления. FPS нестабильный, FPS падает. Ну и можно понять, потому что серверу приходится прогружать вот такое вот количество текстур. А стена действительно огромная. Зачем она такая большая и огромная, я не знаю. Например, палета B отгораживается простым забором, а вот с этой стороны стоит вот такой вот эпик. Вот с такими вот арками, через которые надо проезжать, и где будут, ну или запланированные в дальнейшем, если будет онлайн, то здесь будут стоять блокпосты и будут проверять вас. Ну, а вот таким вот образом здесь выполнены зомби. И если вы думаете, что как на тех же проектах Days зомби здесь играют какую-то роль, нет, это просто декорации. Их можно убить, они могут вас убить. Ну, это, в общем-то, на этом, в общем-то, все и закончится. Их нельзя лутать, от того, что вы убьете, вам ничего за это не дадут, ни очков, ни прокачки, вообще ничего. Вот они просто есть, и если бы их не было, ничего бы, в принципе, не изменилось. Можно еще заметить, что разработчик насажал очень много огромных деревьев. То есть теперь леса стали выше и чаще, но это тоже все пожирает FPS. Вместе с зомбами, с этими огромными деревьями, которые вот сейчас можно заметить, их огромное количество этих деревьев. Ну и вот таким вот образом зомби могут вас убить. Можно расстрелять зомбака, но, как я и говорил, только потратите время и деньги. Они абсолютно бесполезны. Ну а вот то, о чем я говорил в начале ролика. АФКшников здесь просто море. И как вот этот персонаж, который вы можете заметить, включил себе, видимо, какую-то против АФК систему, и он периодически садится, встает. Я видел здесь очень много всяких интересных персонажей, просто не записал их. И был человек, который дергался, очень быстро-быстро дергался. Тоже, видимо, была подключена какая-то система. Ну, у людей очень много, и, как я сказал, их можно понять, потому что заниматься на этом проекте абсолютно нечем, пока вы не достигнете третьего уровня, и у вас откроется какая-то работа, по-моему, дальнобойщика. Ну, в общем-то, вот. Ну, а поведение игроков на этом проекте, это вообще отдельная эпопея. Заметьте, он даже поменял траекторию, чтобы меня сбить. Избивали меня здесь раз, наверное, 10. Я уже под конец даже перестал записывать. Хотел вам показать, как выглядит стена возле палета Б. Ну вот, если успеете посмотреть, вот тут впереди стоит блокпост. И вот там в деревьях, видите, кстати, какое огромное количество деревьев насажено. Огромные, высокие деревья. И вот такой вот забор. Но здесь не дают играть. Не дают играть, не дают записывать, сбивают постоянно. Вот только меня сбил вот этот придурок, и я попал в больницу здесь же, в палета Б. И вы можете заметить, вот дорога, меня опять сбили. Это как раз напротив больницы, где расположена палета Б больница. Вот я успел перебежать, и меня тут же сбили.
Ну и, естественно, терпению моему пришел конец, я решил покинуть этот проект. И надо сказать, что проект мне не понравился, вот, в общем-то, совсем. И нет, не от того, что здесь такой контингент, который считает своим долгом ездить и рпшить в стиле «давай-ка я собью его и испорчу ему геймплей». Нет, мне не понравилось, начиная с оформления этого проекта. Все сделано некрасиво, неказисто, очень мелко. Вот это вот нагромождение эпической стены, ну, оно только жрет FPS. В принципе-то, ну, от кого оно защищает? Да, выглядит эпично, но нужно ли это? Бог его знает. То, что здесь есть зомби, ну, вот, если честно говоря, уберите их вообще с проекта, и ничего не поменяется. Густые насаждения лесов, ну, я тоже считаю, что это лишнее. Кто это заметит и кому это нужно? Какой-то красоты это не добавляет. В общем-то, проект, на мой взгляд, получился какой-то вот такой, в общем, он получился. Мне не понравился он в целом. Он какой-то и не РП, и не зомби-мод. Вот что-то, какая-то смесь всего, что было, видимо, под рукой. Ну, а в целом получилось вот так. В принципе, и некрасиво, и не особо играбельно. Ну, и то, что администрация решила сделать вот градацию уровней и рабочих занятий вот таким вот образом, что с первого по третий вам делать просто нехрен. Ну, это тоже такая вот отдельная история, и это на усмотрение администрации. Раз они считают, что вот так вот игрокам будет интересно стоять часами и фкашить, ну, пускай так оно и будет. Ну, если вам понравился данный проект, то заходите, смотрите, хотя бы посмотреть, зайти вот на эту огромную стену, в принципе, тоже можно. Ну, или зайти посмотреть на тех же зомби, потому что не часто встречаются проекты, где можно увидеть зомбаков вот так вот бегающих, хотя и бесполезных. Ну, в общем, вот, если понравилось, заходите, играйте, получайте удовольствие. Ну, а я, как и обещал, будет экспресс, поэтому экспресс-обзор закончен. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго.